Приветствую вас, друзья, с вами Садриддин. Сегодня я собираюсь натянуть подрамник. Холст у меня льняной. Под определенный проект я решил сделать собственноручно. Вот мы изготовили подрамник с сыном, и теперь я собираюсь на нее натянуть льняной холст. Вот я его приобрел в хобби-лобби. Лен. Здесь текстура средняя. Раньше я использовал, вот посмотрите, этот холст. Промированный лен. Натянутый на подрамник, он с мелкой текстурой. Готовый холст, рулон я покупал в Джерри. Говорят специалисты, что он хорош для портретной живописи. Но я использовал и для пейзажа, но теперь я решил именно использовать такой лен. У него средняя текстура и очень прочный такой, даже нисколько не тянется. Вот с нее я хочу, значит, сделать хороший, собственноручно, льняной холст. Сам я его обработаю, покрою и, значит, прокопку сделаю. Сейчас будем натягивать. Подрамник у меня 48 на 32. Вот на этот подрамник будем натягивать. Подрамник сделан собственноручно, имеет вот такие подкосы, чтобы не прикасалось нижние планки, они имеют определенное расстояние. Thank you.
Все, поверхность стала гладкой, теперь можно писать.